1945 год, май месяц, Берлин, Германия. Хайдеггер проводит совещание. А условное название: как же мы проиграли войну этим славянским недочеловекам? А стандартный ответ, который был дан на совещании: какой материализм? Какой социализм? Вообще вы о чем? Ни один материалист не может пожертвовать собой. Это физически невозможно. Нас победили потому, что они верили в бессмертие больше, чем мы. Это был очень сильный ответ, который, кстати, с тех пор Германия до сих пор его знает и помнит. И третий момент. 2015 год, 70-летие Победы, соответственно, наш у нас Петербург, салют. А стою я, стоит два молодых человека, парень и девушка, где-то 10 класс. Я на свои деньги, то есть выпускной. А стоят, целуются, смотрят на салют. Там девушка парня спрашивает: если война начнется, что дальше будет, скажи? Говорит: так это как всегда. Сначала они почти дойдут до Москвы, а потом мы до Нью-Йорка или откуда они там придут. А ты, говорит, пойдешь? А куда я денусь? У меня ты есть и родители. Конечно, пойду. И с этой точки зрения хочу сказать, что ситуация... У нас на самом деле нет выбора, о котором вы говорите. Мы так называемая X-цивилизация. Культуру людей, связанных с низкими производительными силами, обычным враждебным окружением, плохими погодными условиями. Из всех X-цивилизаций Россия была единственной, кто смогла создать приличное государство и, между прочим, вторую по масштабу после Британской империю в человеческой истории. С этой точки зрения хочется заметить: играли мы всю жизнь по предельным ставкам, и мы будем играть по этим ставкам, и наши дети, и наши внуки будут играть по этим же ставкам.